новая роскошная коллекция пальто и шерсти альпаки уже в Красноярске. Модные оттенки, современные фасоны. И если вы хотите этой осенью ощущать максимальный уют и быть неотразимой, то эта программа точно для вас. Смотрите сегодня, в каком пальто можно почувствовать себя настоящей звездой. Я одела... Я влюбилась. Эмоции, которые испытывают сибирячки. Небрежная роскошь. Двубортное пальто цвета кэмел. Пальто лавандового цвета. Мечта поэта. И, думаю, многих девушек. А для максимального погружения в красоту несколько новинок из коллекции «Осень-2018» покажем в интерьерах фотостудии. Почувствовать себя звездой можно в любом пальто из шерсти альпаки, потому что сам материал класса люкс – шелковистый, теплый, долговечный. Исключительные свойства шерсти альпаки дают возможность вам наслаждаться легкостью, изяществом и красотой. И даже плюшевый медвежонок кажется не таким мягким, как это восхитительное пальто. Только посмотрите на этот сочный оттенок бургундского вина, очень модный в этом сезоне. И еще один актуальный цвет в палитре этой осени – темно-бирюзовый. Фасон укороченный с поясом. Даже наша модель Алина осталась в невероятном восторге. Пальто делает образ более привлекательным, женственным, хрупким. И оно очень легкое и приятное на ощупь. Это действительно так, и лучше прийти непосредственно в магазин за исключительными эмоциями и ощущениями. Примерить разные варианты, как это сделала Светлана, и выбрать самый желанный. Я одела, я влюбилась, просто влюбилась. То, что я сейчас вижу в зеркале, классно. Это цвет помады прям. Хотя вот так сразу найти пальто, которое идеально село бы по фигуре – большая удача, думала сначала наша героиня. Но померив еще, поняла, что любое пальто из шерсти альпаки украшает женщину даже с шикарными формами. Кстати, на одном фасоне Светлана не остановилась. Выбрала для себя черное классическое, в нем и на работу хорошо, и в театр. Приобретая вещи шерсти альпаки, вы получаете роскошь, практичность и долговечность в одном изделии. Пальто прослужит вам много лет подряд и при этом не потеряет первоначального внешнего вида. Потому что материал очень высокого качества. Ах, какое сейчас пальто на мне! Восхищаясь и силуэтом, и цветом. Кэмел всегда модный, благородный, изысканный. Именно в этом оттенке в середине 70-х годов дизайнер Анна-Мария Беретта спроектировала легендарное двубортное пальто для известного бренда, которое получило название 101-801. Только это пальто будет вам по карману. Все эмоции на фото. Выкладываем в Инстаграм. И еще один стильный образ, который мне понравился. Фасоны в клетку очень актуальны. Самое главное, в таком пальто вы точно не замерзнете. Шерсть альпаки в несколько раз теплее овечьей, а по весу намного легче и воздушнее. А это белое пальто можно купить значительно дешевле, так как сейчас действуют скидки на модели прошлых сезонов. Спонсор программы – салон верхней одежды «Альпака» на Мира-22. Поступление новой роскошной коллекции. Размеры от 38 до 66. Скидки до 50% на модели прошлых коллекций. Ваше любимое теплое и самое красивое пальто ждет вас в магазине «Альпака». Радуйте себя красивыми вещами и яркими цветами. С вами была Татьяна Махина. Всего самого доброго.